Морская змея. Ребята, ворон! Плохая примета! Плохая примета другое. То, что мы торчим здесь на Хэллоуин. Скучище. Еще одна причуда Ли. Вернемся засветло, еще повеселимся. Вперед! Да! Не похоже на судно. Эй, на палубе! Оу. Что, захотел и сказал? Корабль-призрак. С его команды заживо содрали кожу. Неплохо, но мог бы придумать что-нибудь более эффектное. Куда делся Кинг? Может, просто смылся. От греха подальше. Все, что осталось от Мека Спидера. Композиторы Эллен Гарсия и Ноум Кеннел. Режиссер Оливье Йонгерлинг. Атом. Альфа Тимс. Он Машинс. Тем Бонес. Автор сценария Бен Таунсен. Все. Понравилось? Кинг, я знала, что это ты. Да уж. Послушайте, наверняка есть логическое объяснение того, почему исчез Мека Спидер. Да? Я в этом не уверен. Кинг, это просто пышка. Не просто пышка. Это глазированный Кэптин Донат. Только насмерть перепуганный человек мог оставить его недоеденным. Соблазн слишком велик. Вот вам доказательство, посмотрите! Череп. Когда 2 недели назад на вокзал Ледмарк прибыл поезд, в нем никого не оказалось. Только повсюду был нарисован этот череп. Шарк прав. Когда в прошлом году из отеля исчезли все постояльцы, в книге гостей нашли изображение черепа. Краска свежая. Тот, кто взял Мека Спидер, возможно, еще на судне. И что дальше? Надо убираться отсюда, подальше от проклятия черепа! В чем дело, Шарк? Боишься? Давайте все здесь осмотрим. Шарк! Ужас! Да это же просто манекены с париками. Видимо, это часть груза. Я это знал. Капитан вашего судна Хоук. И у меня есть приятная новость для всех вас, пассажиров Титаника. Прямо по курсу айсберг. Нет! Нет! Все в контрольную! Хоук! Ответь, Хоук!
Видели Хоука? Мы думали, он с тобой. Кинг, скажи, ты можешь поймать его сигнал? Есть. Он уже не на судне. Быстро покидает порт. Быстрее! Что-то его здорово напугало. Может, собственная тень? Неужели? Судя по сигналу, он где-то рядом. Судя по этой стене, вряд ли. Может, он летает? Каким образом? При нем нет реактивных крыльев. Если Хоука нет там, тогда он... Там. Вперед, ребята. Вперед! Ночной режим! Приближаемся. Сейчас станем начинкой для гамбургера. Слева туннель. Именно оттуда идет сигнал Хоука. Где? Где мы? Леднарк Сити былых времен. Мне рассказывали об этом месте. Лет 80 назад город стал жертвой мощного землетрясения. Когда-то эти здания были 20-этажными. Но вместо того, чтобы восстановить их, власти решили построить поверх старого города новый. Это место называют... Преисподней. Говорят, те, кто спускается сюда, навсегда исчезает. Слышите? Наверное, это те, кто исчезли. Странный на вид. Это потому, что теперь они зомби. Точно. Эй, не видели нашего друга? Его зовут Хоук. Хоук! Да ты что? Хоук! Это же мы! Голан Чубатсу! Раз ты так... Неплохо вышло. Хоу, как ты? Ты ведь знаешь, кто я? Выходит, нет. В таком случае не получишь кроссовки, которые я тебе пообещал. Ладно, тогда не рассчитывайте на дружеское отношение. Модели прошлого года. Без обид. Если ты все еще человек. Да, я не боюсь зомби. Вообще-то... Вбирай мое зло. Когда мой нановирус войдет в тебя, твои разум и тело будут подвластны мне.
Это ведь Шарк! Доносится из универмага! Шарк? Он где-то здесь. И Хоук тоже. Если задуматься, пребывание в качестве зомби пойдет Хоуку на пользу. Кинг. Я просто размышляю. Мир наверху сделал меня изгоем. Теперь он за это заплатит. Я жажду насладиться местью. Скоро начнется полнолуние, и мы нападем на Лэндмарк Сити, и тогда воцарится благодатная тьма. Не думаю. Приготовьтесь к наихудшему, один укус зомби, и вы навсегда станете такими, как мы. Вперед! Простите. По делам. Им не по душе свет. Присоединяйся к моему легиону восставших из мертвых. Чалан Чубацу. Я бы хотел кое о чем тебя спросить. Да, кто ты? В вашем мире я был ученым. Теперь можешь звать меня Палес. Я не такой, как другие. Верни моих друзей. Поздно. И та же участь ждет всех жителей Лэндмарк Сити. Посмотрим. Уцумаки и Джолан Кинг. Лайнес, надень очки. Лайнес, нет! Наше время пришло. Присоединяйтесь к остальным там, где наш второй дом. А я приготовлю все необходимое для вторжения. Он назвал какое-то место вторым домом. Старое кладбище Лэндмарк Сити. Сколько, по-твоему, у него зомби? Лайонесс, Шарк и Хоук, это уже много. Я знаю, что новое кладбище находится прямо над старым. Это означает, что оно рядом. Боннес также похитил Мека Спидер. Это уже слишком. Превращает моих друзей в зомби, потом крадет мою новую машину. Встретимся на кладбище. Это моя машина. Проваливай! Кинг, еду к тебе. Да. Надеюсь, доеду. Когда год за годом живешь в нашем мире, у тебя находится время, чтобы изобретать.
Вот что мы приберегли для вашего драгоценного Landmark City. Есть! Я рядом! Мой бластер им нипочем. Мое время истекает. Попробуем сделать время нашим союзникам. Бонес и его зомби не станут нападать, пока не стемнеет. Солнце зайдет через 10 минут. Пусти в ход свой бластер и впусти сюда последние лучи дня. Из Landmark City. Зомби, что вы стоите? Уничтожьте его немедленно! Боже, кошмар! А мы еще на судне? Не зомби. А? А? Я куда хуже. Тебе не помешает усвоить урок зла. Я усвоил. С тех пор, как исчез мой отец. Я сейчас заплачу. Мир наверху отверг меня. Тогда я создал армию, но мне хватит сил отомстить одному. Прости, Бонес. К сожалению, я никогда не боялся скелетов. Джолан Чубатсу! Где вы? Вот вам и загадочное проклятие черепа. В конце всегда все разъясняется. Да, точно. Бонус был просто психом, который превратил нас в зомби с помощью нановируса и маски черепа, а потом исчез после взрыва. Можно и так сказать. Что плохого в том, чтобы
верить в невозможное. Но как узнать, что реальное, а что нет? Зачем так пугаться? Ты не забыла? Сегодня Хэллоуин. Я помню. Ha ha ha!